На запасном поле стадиона «Икар» в эти минуты проходит игра в рамках чемпионата города по футболу. За моей спиной встретились команды «Кансар» и «Арсенал». Для «Кансара» это уже вторая игра, и она обещает быть интересной. Команда давно знакома с оровским болельщиком. На футбольных полях нашего города она играет уже около 10 лет. Сейчас команду возглавляет один из старожилов Роман Глушков. Он высоко оценил шансы на победу во втором туре в игре с «Арсеналом». Будем надеяться, что мы выиграем. Шансы, в принципе, есть. С этой командой, которую мы сегодня играем с «Арсеналом», мы уже встречаемся, так сказать, не первый раз. Уже соперника знаем, но они также знают нас. Ну, постараемся сделать все, чтобы победить. В прошлом году «Кансар» выступал во второй лиге чемпионата города по футболу и занял третье место. В этот раз команда также входит во вторую лигу. Всего их две. Лиги поделили по силе команд. То есть команды послабее, есть команды посильнее, у которых там более сыгранные коллективы, которые, ну, как сказать, люди, которые всю жизнь там футболом, допустим, занимаются, там с детства занимались в футбольных школах, потом вот сейчас вот, так сказать, работают и продолжают играть вот в этом любительском чемпионате. Уже в первые минуты матча «Кансар» распечатал ворота соперника и уже через треть периода отправил еще один гол. Давайте узнаем у болельщиков, что они думают о сегодняшней жаркой игре. Мы за «Кансар», они чемпионы, они классно играют, молодцы. Да, особо ярких впечатлений не испытал, увидев сегодняшнюю игру. Призываю прийти поболеть всех за ФК «Терем». Я болею за красивый футбол, интересную игру. Игра с «Арсеналом» закончилась победой «Кансара» со счетом 4-2. Следующий матч команда проведет 14 июня против «Вымпела» на запасном поле стадиона «Икар». На матч приглашают всех любителей футбола. Вход свободный для лиц старше 12 лет.